Ребята, всем привет, вы на канале Таня Лан. Сегодня будет короткое видео, я расскажу, что мы делали в острове Мишустин. Сначала я расскажу по длину. Мы ходили на мультик, где есть учили в виртуальной реальности. Там мультик очень страшный. Ну, сейчас расскажу про него. Там сначала все было хорошо. Вот, потом мы заехали в ледяную пещеру. Хотя не заехали, мы на месте сидели. Вот. Еще там осколки летели. Мне, короче, страшно было. Там написано было. Если станет страшно, просто снять 3D-очки. Вот мне было страшно очень. Вообще страшный мультик. Не обращайте внимания на то, что я грязная. Я просто чудо-яг пью. Короче, страшный мультик. Потом я даже заплакала, ну потому что... Ну, очень страшно. Ребята, я советую вам на такой мультик не ходить. Очень страшный. Честно. Вот даже когда там, короче, мне очень страшно. Очень страшный мультик. А вот когда все покраснело, я боюсь красного цвета. Но страшный мультик. Я даже заплакала, если честно.